Так, это крыша Мира 26 дома. 9-этажный дом. Вот, во-первых, сразу открыто мусоропровод. Туда водичка попадает. Ну, сыреет, будет влажность. Сорвало крышу, я смотрю. Сорван рубероид. Это надо накрывать. Потому как разрушается вот это вот все. Кирпичи просто лежат. Просто лежат. И сверху не накрыто. Это надо перекрыть все обязательно. Потом по примыканиям. Где-то сделаны козырьки, где-то оно было бетонное. Это надо проходить, облагораживать. Есть примыкания, которые подходили. Это надо будет восстанавливать. Мусор с крыши надо убрать. Так, тут тоже примыкание вот в таком состоянии. Висячем. Висячее примыкание. Здесь не накрыто. Куда идет, непонятно, разберемся. Но не накрыто. Это тут оголовок выполнен так, конечно. Вот еще примыкание в таком же состоянии. Собственно, вот. Машинное помещение не остеклено. Стекла нет, просто вот закрыто какой-то загородочкой. Так, тут крыша уцелела над самим машинным помещением. Над машинным целое, а техэтаж, получается, не накрыт. Тут какая-то гора мусора. Это надо будет убрать, непонятно, что под ней. Наверное, сорванная крыша, ее так положили. Примыкание тут, в принципе, целое. Вон еще кусочек отошел. Но это не проблема, это можно все погреть и приклеить, хорошо. Тут тоже с примыканиями немножечко беда. Так, на это наступать можно? Можно. Вот это вот все надо подмазывать. И покрывать какой-то битумной смесью. А лучше, конечно, накрыть оцинковкой. Вот, вот как выполнено на том доме. Видите? Оголовок вот этот вот, конек или как это назвать, в общем, край крыши, он накрыт. Иначе дождиком, снегом и прочими воздействиями атмосферными это разрушается. Тут вот чуть-чуть еще примыкание отсутствует. Ну и все. Вся беда на техэтаже. Тут, получается, сорвало всю вот эту вот техэтажную крышу. Все понятно. Вот так вот надо накрыть и с той стороны. Ну и мусор. Мусор убрать. Это кирпичи сверху. Ну и выход на крышу сделать более-менее человеческим, потому что лестницы нет.